Всем привет! Сегодня поговорим о проекте ICO Velo. Это платформа для проведения ICO, которая планирует стать стандартом этой экосистемы в будущем. Миссией проекта является создание здоровой среды в этой сфере, решив проблемы инвесторов и компаний. Главная концепция, вокруг которой будет строиться платформа, является DAICO. DAICO – это логичный симбиоз децентрализованных автономных организаций DAO и ICO. Все заключается в том, что для проведения каждого ICO создается DAO, которая дает возможность децентрализованного управления распределением средств контроля за деятельностью команды проекта. В итоге команда проекта, собирающая средства, не имеет прямого доступа к этим деньгам. Решение о получении средств происходит путем голосования вкладчиков. Также, к примеру, если большое количество вкладчиков будет не удовлетворено результатами работы команды, то может быть принято решение о возврате вложенных средств. Решаемые проблемы. Как говорилось выше, проект решит проблемы как вкладчиков, так и команд. И начнем с проблем вкладчиков. Невозврат денег в случае отмены или заморозки ICO, сложность определения мошеннических проектов, возможность продажи, использования или фальсификации отправленных для KYC фотографий паспортов, проблема с подбором проектов для вклада, отсутствие компетенции в анализе компании, возможность изменения официальных документов, например, белой бумаги, уже после запуска сбора средств, сложность с инвестициями в лучшее ICO из-за высокого порога входа, а также наличие крупных инвестиционных фондов. Проблемы проектов. Отсутствие отлаженной безопасной системы AML и KYC, отсутствие грамотного смарт-контракта, регулирующего выдачу токенов. Довольно часто прослеживается ситуация, когда команда, обладающая достаточно хорошим проектом, не может его грамотно продвинуть ввиду отсутствия денег на продвижение, опыта работы со сбором средств на ICO, нуждается в консультациях, помощь в сборе денег. Решение. Практически все проблемы вкладчиков так или иначе решаются посредством системы DAICO. Контроль за деятельностью компании, регуляция получения командой средств, возможность возврата инвестиций – все это возможно благодаря платформе ICO. Кроме того, команда не сможет изменить данные о своих документах после запуска ICO. Белая бумага и прочие документы надежно фиксируются в файловой системе ICO. Что касается решения для команд, то здесь так же, как и для инвесторов, ключевую роль играет внедрение системы DAICO, которая значительно повышает доверие к проектам. Команда ICO также представляет бесплатные консультации по запуску проекта, а также доступные тарифы для проведения ICO на своей платформе всего лишь за 10 тысяч долларов. Что хотелось бы еще отметить, что у данного проекта уже собран SoftCap, уже собрано более 7 тысяч эфириумов, что эквивалентно 1,5 миллиона долларов. Доступны различные сервисы, в том числе приложения на iOS и Android. И очень приятно сделан сайт команды данного проекта. С ней вы можете ознакомиться, перейдя по ссылкам на их профили в LinkedIn. Команда интернациональная, много выходцев из Японии. Японцы славятся своей работоспособностью, продуктивностью и высокими технологиями. Дорожная карта данного проекта расписана на стратегическую перспективу до конца 2019 года. Вот, в общем-то, и все на сегодня, что хотелось рассказать о данном проекте. Чтобы подробнее с ним ознакомиться, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. До свидания.